А по железу намного веселее стрелять из такой винтовки, чем по бумаге. Все-таки винтовка это не для бумаги. Но вот по барашку на 100 метров интересно. Ну, это совсем другое дело. Ладно, хорошая винтовка для своих задач. Я думаю, что хозяин будет доволен. Ему же не по бумаге стрелять, у него реальные задачи. А с реальными задачами эта винтовка точно справится. Напоминаю, что под описанием к видео находятся ссылки на два сайта. Если вас что-то заинтересует, не стесняйтесь, заполняйте формы, обращайтесь. Я всегда буду рад вам помочь. Ребята! Привет! Сегодня покажу вам очередного егеря. Этот егерь приехал ко мне аж из Карелии на доводку и перенастройку. Изначально человек покупал его для охоты, охотится преимущественно по крупной пернатой дичи и стрелял барракудой. Был недоволен тем, что дичь стала крепкой на рану, и его не устраивало это. Очень хотел, чтобы я перенастроил винтовку под полнотел. Ну, конечно, моя вина тоже есть в том, что я изначально не узнал, какая комплектация винтовки, потому что он сказал егерь колбовый со складным прикладом и с полигональным стволом. Но у меня в голове как-то автоматически это все скомпоновалось в егере с длинным полигональным стволом. Я сказал, да без проблем, конечно, присылайте, сейчас все сделаем, все классно. В итоге что ко мне приехало? Ко мне приехала винтовка со стволом Альфа. Хотя собственник был убежден в том, что это все-таки ствол ЛВ, но нет, это Альфа. И с колбой на 200 атмосфер. Я так понимаю, это, видимо, один из акционных винтов, возможно. Хотя это апрель 2020 года, я не помню, тогда акция была. По-моему, нет, не тогда, значит, до этого купил. Ну, что делать? С 200 атмосферной колбой полнотел-то 3-граммовый особо-то и не настроишь адекватно. Поэтому предложил заменить колбу. Колбу заменили. Значит, колба оказалась длиннее, чем 200-атмосферная. Изначально опасался, что придется настолько вперед сдвигать гайку, что останется голый ствол, некрасиво будет. Нет, все удалось подвинуть. Там буквально миллиметров 5 не хватало. Теперь между модератором и колбой есть минимальный зазор, там миллиметр полтора. Ствол вывешен, все отлично. Со стволом работа – это отдельная история, вы ее прекрасно знаете. Мои методы работы с Альфа очень простые, я их выполировываю или вышлифовываю, как хотите называйте. Потому что хотим мы или не хотим, но в районе дульной фаски мне еще не попадался ни один ствол, где не было бы затыка. Можно назвать это чоком, но скорее это затык, потому что это очень короткое сужение ствола, где пуля утыкается. Я этот ствол располировал, сделал в нем напор. В конце теперь никакого затыка нету, пуля проходит ровно, гладко, полнотелая пуля, воланчик тоже, но прогонял я именно полнотелую, потому что делал под полнотелую 3-граммовую катюшу. В тепле удалось настроить скорость 264 метра в секунду, и в плато, в очень хорошем плато, хочу сказать, в 5-метровом, 16 выстрелов получилось. Здесь, я так понимаю, скорость подсядет так или иначе, потому что из моего опыта можно сказать, что я что-то не умею делать, что-то не так настраиваю, но егеря с новыми клапанами, с новой им перепускной системой, они обладают существенно большей термозависимостью, чем егеря первый роковский, и намного большей термозависимостью, чем егеря КСПЗ. Но, к сожалению, никуда от этого не деться. Но в любом случае мне удается нормально их настраивать на достаточно кучный бой по требованию заказчика. Прицел я сюда поставил исключительно отстрел. Понятно, что сайт-трон с кратностью от 10 до 50 на охотничьей винтовке стоять не будет. Это мой прицел.
просто для того, чтобы вы видели, что и как происходит. Давайте изначально мы постреляем на 50 метров, и я проверю, насколько я смог прибиться. С этим прицелом ситуация такова, что он изначально с моей спортивной винтовки, которую я по глупости своей продал, и у него очень сильный наклон, здесь порядка 30 угловых минут, поэтому на 50 метров даже с этим прицелом в крест вывестись не удается, а пуля прилетает выше. Вот. Ну давайте посмотрим кучность боя, потом постреляем на 100 метров, самому очень интересно, что получится с такого коротенького ствола. Еще хочу сказать, что да, получилось не тихо, потому что с такого короткого ствола запустить полнотел с минимальным расходом, ну либо мы уйдем вообще в дикую термозависимость, либо не настроим полнотел. Поэтому достаточно громкий, на мой взгляд, выстрел по сравнению с классическим стволом. При этом стоит пружина без утяжа, удалось сделать так, взвод легкий, приятный, спуск тоже настроил четкий, понятный. Ну, наверное, все, давайте стрелять. Посмотрим, что он может, какие скорости. И на соточку тоже обязательно постреляем. То данный ролик не является рекламой какого-либо производителя винтовок или какой-либо конкретной модели винтовки. Я хочу, чтобы вы понимали, что отстрел, который здесь показан, является отстрелом конкретной винтовки с конкретной подготовкой в конкретном состоянии, определенным стрелком, определенным боеприпасом в определенных условиях. Это не значит, что все они так стреляют или что у вас получится стрелять точно так же. Я бы очень хотел, чтобы вы это понимали. Я напомню, что это прицел во второй фокальной плоскости, и при изменении кратности расстояние на мишени между точками, которые показывает сетка, меняется. Сейчас здесь стоит 24-я кратность. То есть одна точка равна одному милу, одной тысячной дистанции. Соответственно, на 50 метров это 5 сантиметров. Прилетать пули сейчас должны примерно на одну точку выше, то есть на 5 сантиметров. На 100 метров я предполагаю падение порядка 3,5 милов. Сейчас мы ведем поправку, прицел выйдет из крайнего положения, мы получим существенно лучшую, я надеюсь, картинку. Потому что прицел в крайнем положении, а у сайтронов есть такая специфика, что прицел в крайнем положении начинает лунить, то есть делать луну. Какая-то часть картинки затемненная, что вы видели на видео. Один из клиентов, который купил у меня насадку, говорит, да быть не может, что-то не так с насадкой. И потом я ему продемонстрировал, и он согласился, что это действительно так. Ну, примерно так, я думаю, должно прилетать в крест, с учетом того, что сейчас прилетало выше. Ну, вот видите, как-то не полируй. Но альфа остается альфой. Тут выстрелов максимум, ну, 50. Вон какая свинцовка. Все-таки это же не полигонал, надо понимать, это М-образные нарезы. Полигональные нарезки это ничего не имеет, никакого отношения. Ну что ж, давайте отстреляем после чистки, посмотрим, что получится. Сколько я не имел дел с альфой, а к счастью я немного дел с ней имел. К счастью, потому что мне не нравятся эти стволы. Но это мое субъективное мнение. И... Извините, если с кем не совпадает. Вывод у меня всегда был один, что чистить их надо часто. Также скажу сразу, что я стреляю не оригинальной Катюшей. Это поделки одного из мастеров, когда-то давно мне их прислали. Оригинальной Катюши 3 грамма у меня просто сейчас нету. Время терять не хочется. Времени очень мало. Так, поехали.
Ну что же, благодарю за то, что посмотрели ролик. Я не могу сказать, что я на 100% удовлетворен результатом. Но исходя из тех вводных, которые мы имели, это альфа-ствол, изначальная колба на 200, короткий ствол, пули 3 грамма с этого ствола. Наверное, это то, что можно было выжать из винтовки. Благодарю всех за внимание. Всем пока.